В Чебоксарах индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 30 миллионов рублей. Следственное управление Следственного комитета России по Чувашии возбудило уголовное дело. По версии следствия, в городе Чебоксары подозреваемый, осуществляя предпринимательскую деятельность, связанную с оптовой торговлей моторным топливом и оказанием услуг в сфере деятельности ресторанов и кафе, уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость за третий квартал 2013 года и на доходы физических лиц за 2013-2014 годы на общую сумму около 30 миллионов 800 тысяч рублей, отразив заведомо ложные сведения о соответствующих налоговых декларациях о якобы осуществленных финансово-хозяйственных операциях, в том числе связанных с капитальным ремонтом принадлежащих ему музейно-ресторанного комплекса и автозаправочных станций. Пресс-служба Следственного управления также сообщает, уголовное дело может быть прекращено, если подозреваемый возместит ущерб, причиненный бюджету.